Простите, пожалуйста, у меня разрядился телефон, и я не успела доснять это видео. Вот, и теперь решила просто поближе показать, потому что нет возможности по-другому теперь снять. Вот, и давайте посмотрим, какой у нас получился в итоге фолдер и какой получился конверт. В итоге наш конверт выглядит вот так вот. Я сделала сюда такого оттенка приятного оранжевого адресное окошко. Мне кажется, оно сочетается с этим зеленым конвертом, потому что это два цвета весны, а фолдер у нас весенний. Здесь такая нежная иллюстрация из какого-то аниме. Если честно, я не знаю, если кто-то знает, напишите, пожалуйста. Просто очень нравится. И здесь тоже такой желтовато-зеленый оттенок, и желтый есть, и просто зеленый, и темно такой серо-зеленый. Все это оттенки весны, и мне кажется, здесь все сочетается. Теперь давайте перейдем непосредственно к самому фолдеру, и я начну со своей иллюстрации, которую я рисовала специально для него. Я, если честно, не знала, как украсить обложку, потому что здесь и так все очень ярко святые, потом текст идет, и я решила просто не делать никаких надписей, приклеить вот сюда в уголочек такую маленькую наклеечку, где написано уже for you, для тебя, да? Здесь такая миленькая панда с цветами. Вот. И такой вот котик у меня нарисовался, рыженький, тоже весенний. И посмотрите, как перекликаются оттенки конверта с оттенками этого котика. Просто идеально сочетаются, мне кажется. И вот эти вот камушки красные, розовые, они сочетаются с цветами на голове котика. Как можете заметить, сзади я ничего не делала. Здесь идет такой вот текст, мне кажется, этого достаточно. Потому что и так уже перегружено будет. Теперь давайте посмотрим, какой у нас внутри фолдер. Давайте посмотрим сначала эту сторону, она не такая тяжелая. Здесь я приклеила ленту из скотча своего нового, который такой вот переливчатый, с блестками. Вот, можете заметить, что он переливается очень красиво. Затем я наклеила наклейку «Для тебя». Здесь решила ничего не делать, хотя, может быть, в конце что-нибудь еще придумаю. Также приклеила вот такую стразину с бежевым цветочком. Сделала такой красивый конверт. На него наклеила кусочки, остатки бумаги от этой. Вот, здесь такая бабочка, тоже оранжевого цвета. Внутри клапан сделала из остатков бумаги. Также там внутри тоже она есть. Здесь у нас идут всякие наклеечки разные. И прозрачные пластиковые, и с цветами. С бабочками тоже там есть наклейки. Чай и, кажется, все. Да. И есть еще карточка. Да, вырезка. Вторая сторона идет вот такая вот. А здесь я сделала небольшой карман из уголочка бумаги, которая осталась от самого фолдера. Снизу наклеила кружевную салфетку и сделала небольшие такие вложения приятные. Здесь у нас есть вот такой вот цветок, очень красивый. Вырезка из фотобумаги. Она очень качественная. Я думаю, что ее можно будет использовать в творчестве. Мне кажется, она очень красивая. Затем здесь идет тег, который я подобрала по цвету. Он на тему писем. И также подобрала ленточку в цвет самого тега. Сзади у нас вопросы. Затем я решила вложить вот такую вот красивую карточку, вырезку с енотом. Очень он такой прикольный, с покупочками, хлебушком. Далее была вот такая красивая наклейка с бабочками. Тоже, мне кажется, она очень подходит к этому фолдеру по оттенкам и то, что она весенняя. Далее идет вот такая вот карточка тоже из глянцевой бумаги. Здесь у нас цветы, немножко такая этническая тема. Даже я бы сказала, что это у нас напоминает какие-нибудь индийские мотивы.
Вот, я думаю, что эту карточку тоже можно использовать где-нибудь в творчестве, например, как фон к чему-нибудь. Потом у меня была вот такая вот закладка для книг. Она магнитная, двухсторонняя. Здесь вот такие вот животные. Очень красивый тигр. Мне кажется, это символично, потому что я тигр, и поэтому такая вот закладочка. Последняя — это моя иллюстрация в виде открытки на тему чая. Ничто так не согревает холодной зимой, как чашка ароматного чая. Да, можно было бы подобрать что-нибудь весеннее, но я подумала, что по оттенкам это самая подходящая моя иллюстрация и открыточка, которая подходит к этому фолдеру. Как видите, вот такой вот фон у него, и здесь кружевная салфеточка. Так что вот такая вот красота у нас вышла. Еще раз покажу вам поближе иллюстрацию, чтобы вы могли рассмотреть каждые детальки этого котика. Не знаю, мне так нравятся его глаза, они такие классные получились. Сам конверт. Вот, так что это у нас такой вот фолдер на тему весны. Надеюсь, было несложно. И надеюсь, вам пригодятся мои идеи. Всех люблю, целую, обнимаю. И до новых встреч. Пока-пока.